Администрация Куйбышевского района в телеграм-канале напоминает, что на календаре 20 июля, а это значит, что сегодня весь мир отмечает Международный день шахмат. Само название игры происходит от персидского названия «шахмат», что означает «властитель умер». Все желающие приглашаются в Ерик-парк, ведь там есть специальные столы с игровым полем, которые позволят любителям интеллектуальных игр посостязаться на свежем воздухе. Администрация Самарского района напоминает, что в регионе работает губернаторский проект содействия, который помогает жителям благоустраивать свои дворовые территории. Совместными усилиями с жителями Самарского района за последние 5 лет удалось преобразовать 5 территорий, которые сейчас пользуются популярностью. Это концертная зона сквера Высоцкого в 2019 году, детская игровая площадка «Гитар-парк» сквера Высоцкого 2020 год, детская площадка «Веселая ферма» по адресу Максима Горького 107, 2021 год, расширение внутриквартального проезда и обустройство парковочных мест «Наш уютный двор», улица Самарская, 70, 2022 год, детская площадка «Мечта» по адресу улица Некрасовская, 25, 22 год. Районные власти предлагают действовать вместе и дальше. Для того, чтобы получить отремонтированную территорию, нужно активно участвовать в губернаторском проекте «Содействие». Администрация города в телеграм-канале «Вести с Дворянской» рассказывает о том, что в областной столице проходит физкультурно-спортивная акция «Самара в движении». Все желающие могут присоединиться к тренировкам на площади Куйбышева, набережной в районе Первомайского спуска, а также в парках Гагарина и 50-летия Октября. На каждой из них за самочувствием любителей активного отдыха следит медработник. На площади Куйбышева установлены спортивные площадки. Ежедневно с утра и до вечера у поклонников физкультуры есть возможность испытать свою выносливость, сыграв в стритбол или футбол. Присоединиться к функциональным тренировкам. Юные спортсмены уже оценили скейт-парк. В парках и на пляже проходят групповые тренировки танцевальных и функциональных фитнес-направлений. Запись на тренировки не требуется, на всех 3 площадках выдаются коврики для занятий. На набережную Первомайского спуска организованы площадки для занятий пляжными видами спорта. Оборудован боксерский ринг с трибунами и большая зона с мешками для бокса.